Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Итак, пацаны, короче, всем привет. Сегодня мы будем играть в КРМП на телефоне, именно на новом проекте, который открылся совсем недавно, это URM Mobile. И я считаю, это будет очень интересное видео. Получается, звук я записываю со своих наушников, вебка также с компа записывается, поэтому я надеюсь, все будет нормально. Может быть, немножко будет отставать звук, потому что я не могу запись одновременно включить, поэтому на это не обращайте внимания, если что. Итак, пацаны, все ссылки, если что, будут в описании, как начать играть. Там очень все легко. Там есть, получается, лаунчер, который вы можете установить. Просто скачиваете лаунчер, он там немного весит. И потом нажимаете «Установить игру». И у вас там скачивается кэш, там все остальное. И потом у вас скачается еще GTA San Andreas, получается. Потому что через нее работает именно эта игра. И потом вы просто, получается, заходите сюда, нажимаете «Оффлайн». В принципе, у вас идет загрузка. И здесь вы можете выбрать, как бы мультиплеер, либо не мультиплеер. Как вы можете играть и по онлайну, и без онлайна. Без онлайна, я думаю, будет играть неинтересно. Поэтому выбираем именно мультиплеер, короче. И сейчас будем пробовать играть в эту игру. Вот и что, пацаны, я играю с телефона. Для тех, кто не верит, я вот на вебку вам покажу специально, чтобы вы поверили, то, что я играю с телефона. Итак, нажимаем мультиплеер, короче. У нас идет загрузка SAMP Android, в принципе. Если что, пацаны, в GTA KRMP, вот эту именно мобайл, можно играть только на андроиде. Поэтому, если у вас, допустим, iPhone, вы поиграть в эту игру не сможете, к сожалению. Так, у нас здесь, получается, загрузка идет, и здесь нужно ввести нам пароль. Сейчас я быстренько введу пароль, только мне придется его замазать, потому что, как бы, я не хочу свой аккаунт потерять. Регистрация здесь тоже очень простая, на самом-то деле, просто выводите пароль и вводите свою почту, и все. Даже почту подтверждать не нужно, поэтому проблем никаких не будет. Все, пацаны, я нажал войти, короче. У нас тут пишет ежедневный бонус. Добро пожаловать, Кирилл Путбуль. Ежедневная награда 1 из 7, награда 1500 рублей. Так, нажимаем далее, короче. Я появился, теперь мы можем как бы ходить. Возможно, пацаны будут под лагами, потому что у меня не самый мощный телефон. Но людей здесь много, онлайн около 300 человек, на самом-то деле, это много. Для КРМП Mobile, это самый первый сервак КРМП, на котором можете поиграть с телефона. Здесь, получается, у нас новая карта, абсолютно новая карта. Так, чуть подлагало. Так, здесь мы можем взять велосипед, все, мы его взяли. Так, и мы можем на нем поехать куда угодно, в принципе. Давайте немножко по настройкам разберемся. Вот у нас карта, мы на нее нажимаем. Нажимайся, во. Нажимаем на карту, здесь у нас она показывается, в принципе. Можем ее так подвигать, как нам нужно. Карта довольно-таки небольшая, но, пацаны, это новая карта, как бы. Это не карта из GTA KRMP, которую мы привыкли видеть. Это полностью новая карта, которая делалась с нуля. И сейчас мы покатаемся, посмотрим, что здесь есть. Честно, я еще не разобрался, я второй раз в нее зашел. Перед этим я установил ее, получается, чуть-чуть покатался, посмотрел карту. Но толком я еще ничего не понял, потому что для меня это совсем новая игра. Я думаю, вы понимаете то, что сразу вы в нее полностью не погрузитесь, потому что это все новое. Там можно, в принципе, камеру поменять, можно посигналить, но звук у меня выключен в игре, поэтому вы его не будете слышать. Можно встать с велика, можно сесть на велик. Как бы передвижение очень простое. Чуть-чуть полагивают, пацаны. Я извиняюсь, конечно. Если у пацаны здесь будет очень хорошая активность, вот давайте, если вы доберете здесь 200 лайков на этом видео, то я же запишу еще что-нибудь подобное. Так, это у нас семерочки здесь получается. Ну, пацаны, да, есть много подвисания. Я не знаю, либо это проблема в моем компьютере, либо это из-за большого онлайна. Блять, в каком компьютере, блять, я на телефоне играю, Вася, нахуй. Либо это проблема в моем телефоне, пацаны, то очень вероятно, потому что, я повторюсь, у меня не самый мощный телефон, и поэтому могут быть подвисания. Блин, куда нам можно вообще поехать? Так, мы находимся здесь, да? Так, куда нам можно поехать вообще? Как-то можно здесь ориентироваться? Как бы я видел то, что здесь дома уже некоторые купили. Если что, пацаны, здесь бонуса нету, это полностью РП-сервак. Не, ну, на самом деле карта прикольная, типа, ну, она полностью новая, типа, блин. Ее придется изучать, мне кажется, долго. Блять, обратно фризы. Есть призы, пацаны. Так, допустим, давайте сядем, встанем с велика. Так, вот у нас получается квартира. Ее можно купить, да, получается, только. Стоит у нас 135 тысяч. А, количество комнат 1. Тип комфорт. Номер дома 34. А, ежедневная плата 300 рублей. Понял.
так, мы можем кому-то в гости просто зайти посмотреть интерьер хотя бы? Короче, пацаны, я продолжаю запись, потому что у меня память закончилась на телефоне, блядь. Типа, интерьер реально пиздатый, мне нравится. По идее, еще получили аренда борда, слет, банковский счет. Так, у нас 1500 лежит на балансе. Ну, типа, если вам реально зайдет, типа, это видео, если будет хорошая активность, много лайков, много позитивных комментариев, то я запишу еще видосик, но уже как-то сильнее подготовлюсь, потому что, ну, это первый взгляд, это первые эмоции, так сказать. Вести, ебать, что-то написано? Вести недели, нихера себе. Кстати, насчет дивана. Ебать, он огромный, прикиньте домой себе такой диван. Ну, тут может сесть человек, наверное, 10 просто. Ну, судя по нашему персонажу, я попросил, короче, у админов деньги, потому что я хочу нормальный видос для вас записать, чтобы вы поняли, стоит здесь играть или нет. Поэтому сейчас купим дом, потом поедем, купим машину. Потому что, ну, надо как-то передвигаться. Мне дали 2 миллиона, я не знаю, это много или мало. Вот этот дом, в принципе, стоит по ГОСУ, и я думаю, что его можно купить. Все, я купил дом. Так, используйте exit для выхода из дома. Так, команда еще Home есть. Так, давайте пропишем. /homey. Так, открыть-закрыть можно, улучшение дома есть. Доставка транспорта в гараж. Так, отметьте транспорт на GPS-навигаторе. Список арендованных. Так, улучшение дома давайте посмотрим. Так, домашняя аптечка. Давайте купим, в принципе. Давайте полностью дом улучшим. Я думаю, это будет реально очень круто. Так, начать. Что, просто надо ехать и все? Ладно, попробуем по стандартной схеме. В натуре сработало. Так, надо по чекпоинтам ездить, да? Можно как-то камеру? Так, это худок. А вида от первого лица нету, да? Я так понял. Так, куда нам-то ехать надо? Чекпоинт почему-то там вообще показывается. Ладно, давайте поехали вперед. Кстати, это первый раз езжу на машине. Сейчас сдадим быстренько на права. Мне 2 раза деньги выдали. Ну ладно, похер. Блин, на права, кстати, сдавать несложно. Если бы здесь еще теория была, было бы на самом деле такое себе удовольствие. Но так, в целом, все заебись. Эй, малышка, у тебя классная стрижка. Эй, малышка. На-на-на-на-на-на-на-на. Так, давай, блин. Блять, не туда повернул. Бля, я просто вообще на телефоне не играл в игры никакие. Ну, типа, я не любитель на телефоне играть. Но КРМП это, пацаны, совсем другое. Тут, блядь, грех был не зайти поиграть. Вы успешно сдали практическую часть экзамена по вождению и получили права. На вашем транспорте, естественно, не обнаружено никаких повреждений, либо они незначительны. Понял, спасибо. Ладно, тогда погнали. Я сейчас найду автосалон и уже продолжу, в принципе, запись. Короче, пацаны, не знаю, покупать ли гелик. Блин, кстати, цены не особо большие, типа, ну, возможно, здесь на работах, конечно, не особо платят. Давайте купить нажмем. Так, я нажал купить. И... все, я купил. Так, вы можете улучшать свой автомобиль. Введите кар и прокачайте его прямо сейчас. Так, а где его найти? Где мой гелик? Там где-то стоит. Я просто не понимаю, где моя машина. Это гелик стоит? Нет, подождите. А, здесь еще машины есть. Бля. А как мне мою машину найти? Я просто не в курсе. Тут еще машина, оказывается, есть. Дальше. Ну, здесь машины дешевые. Я, походу, самую дорогую тачку купил. А как мне ее найти теперь? Может, на улице стоит? Погнали на улицу выйдем, я не знаю. 800 тысяч за гелика дал чисто, но нормально. Моя самая первая машина будет гелик, пацаны. Бать, я на гелике просто рассекаю, бля. Вот это охуенно, пацаны. Вот это реально охуенно. Сейчас давайте поедем, оплатим домик, чтобы он не слетел. Ебать, гелик пиздечит. Ой, блядь, а тут ремки вообще есть? Тут у нас таксопарк. Так, а здесь где-то дом нужно оплачивать, да? А как мне вообще мой дом найти, блядь, потом? Вот самая хуёвая проблема, блин. Как потом дом найти? Так, тормози. Так, глушим его. А где его заправлять вообще, типа, ну? Или его не надо заправлять? /EN. Вс,
все, я заглушил, выходим с машины. Заплатить за дом. На сколько дней вы хотите оплатить? На 29, понятное дело. Продление аренды на 29 дней необходимо 43 тысячи. Так у меня же есть эти деньги, или типа они должны в банке быть? Походу деньги должны быть в банке, да? Ладно, где у нас банк? Так, давайте GPS, ближайший банкомат сейчас попробуем найти, чтобы туда положить деньги.